Ничто не предвещало беды. Детсадовцы веселились и пели песни, но волк принес дурную весть. У него разыгралась зубная боль, а вместе с ней в сказочное царство государства вторглись кариес и флюс. Главные враги – улыбки и здоровых зубов. Ага, вот мы и попались. Изгонять врага принялись уже известным способом. Эстафета, в которой продукты делили на полезные и неполезные, изрядно подпортила жизнь кариесу и флюсу. А добили злодеев вот таким танцем и обещанием чистить зубы правильно. К радости ребятня из детского сада Дюймовочка техникой этой овладела на все 100. Ее величество зубная щетка уже не раз проводила свои мастер-классы здесь. Я люблю чистить зубы вечером и утром. Да, я после еды всегда чищу зубы. Надо всегда чистить зубы и защищать зубы от кариеса. Когда главные враги улыбок были повержены, малышам выдали иммунитет для здоровых зубов. Вкусные и полезные орешки, яблоки и зубные щетки. И, кстати, волк от всех своих хворей излечился. В общем, и для ребят, и для зверят правила оказались одинаковыми. Главное – не забывать чистить зубы. Наши дети везли детей, рады всегда приветствовать эту стоматологическую клинику. Мы являемся клиентами клиники. Веселый смех, белозубые улыбки, радость и ощущение праздника. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать социально-оздоровительную программу Ее Величества «Зубная щетка», которую уже 7-й год реализует компания «Стоматолог 32». В феврале этого года наша социально-оздоровительная программа «Ее Величества «Зубная щетка» успешно прошла экспертизу, проводимую Министерством образования России, и буквально на днях мы ждем присвоения грифа федеральности программе. Программу, автор которой компания «Стоматолог 32», знают не только в Орловской области, но и в других регионах нашей страны. Это не просто развлекательные мероприятия, а проводник идей здорового образа жизни. Ведь главное, чтобы все 32 были здоровы. Татьяна Сворова и Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».